Здравствуйте, уважаемые пчеловоды, пчеловодницы. Так, что я хочу сегодня показать? В общем-то, YouTube весь пестрит таким вот видео, когда именно почему-то на улье ППС встают вот такие, ну, производители, наверное, да, в рекламных целях, показывая свою прочность. За исключением одного «но», да, на что хочу заострить внимание. Смотришь на эти видео, вот, и думаешь, ну а почему встают ребята, которые там весом 60 килограмм, наверное, от силы, ну, худые, да, такой спортивной комплекции тела, да. Так, ну, в общем-то, вот мой вес, это 130 килограмм. 130 килограмм живого веса, а это ульи не ППС, а ППУ. Это вот ульи, которые делаем мы. Ну, наверное, пришло время показать и ППУ, да, а то все ППС, ППС, и, извините, пожалуйста, не в обиду будет сказано, с худыми парнишками. А что происходит с ППУ при весе в 130 килограмм? Вот давайте поглядим. Ну, чтобы падать было не очень высоко, поставил я себе тут небольшую скамеечку. Так, значит, улей ППУ, город Сызрань. Работаю я на немецком материале. Значит, ППУ, производство фирмы БАСФ. Ну и поехали. Значит, 130 килограмм. Вот. Стал специально посередке, чтобы не было вопросов. А ты там встал на ребро жесткости и прочее, прочее остальное. Да, вот, ребята, это я. И это 130 килограмм живого веса, который стоит на улье ППУ. Ну, попрыгать, вот, шевелю, прыгаю. Ну, не так, конечно, боюсь, если честно. Но 130 килограмм держит. Вот, и это очевидно. Так что, в общем-то, ребята, давайте и на ППС вставать. Не по 60-70 килограмм, а килограмм по 130. И будем смотреть, что у нас будет дальше получаться. Вот. Работает. То звонят мне, говорят, я к тебе лично приеду испытать. Пожалуйста, желающих испытать в пределах доступных габаритов и вашей травмоопасности всегда милости просим. Ну, вот такой небольшой ролик. Все, всем всего доброго и до свидания.